Старую остановку 11-й микрорайон убрали. На ее место поставили новую, теплую. По проекту это торгово-остановочный комплекс, но он пока закрыт. Люди вынуждены стоять на ветру, и если пойдет дождь, то спрятаться пока некуда. Козырьков нет. А мечи поделились своими ожиданиями от новой остановки. Что тепло зимой будет, что можно под снегом спрятаться. А вот как вы считаете, сейчас как, комфортно ждать автобуса? Ждать всегда некомфортно. Ну, наверное, как обычно, немножко мусора и уют. Будет видно транспорт, который... Транспорт, конечно, видно. Но стекла кругом, я думаю, что будет. Просто, наверное, неудобно будет выбежать и не успеть. Всю жизнь так стояли, а теперь будем, видите, с комфортом. Спасибо большое. И будем греться, и не будем торопиться даже на автобус. Теплый павильон обещают укомплектовать электроника. Это USB-порт для зарядки телефона, аудиоповещения, Wi-Fi, кондиционер и тревожная кнопка. Пока внутри находятся только правила поведения в ток и скамейки. Кроме этой остановки есть еще один павильон побольше, но пока тоже закрыт. Ну, если сейчас пик, хотя здесь, видите, вот с этой стороны окно, в принципе, видно будет, какая маршрутка идет. Какой автобус. Ага. А вот в этих павильонах... Вот это уже будет посложнее увидеть, какой автобус идет. То есть здесь уже неудобно. Вот с этой более удобно будет. У остановочного комплекса уже установили видеонаблюдение, урны, скамейки. Не все мечи, которых мы опросили, довольны строением. Все хорошо. Ну, надо было дальше. Дальше почему? Да, конечно. Потому что то дорога здесь, и это. Дальше было. И зачем такое длинное здесь было? Ну, а если народу много, когда-то, как тогда? Вот я и говорю, почему народу много. И народу скапливается, и это туда идут. Таксопарка нету остановки. Нету остановки. Там доска просто была, и, ну, как лавочка. А там просто две доски посередине не было. Но лет 5 существовало. Я писала, и до сих пор ничего не сделали. Я в апреле, 12 апреля, написала заявление в администрацию, и до сих пор ничего не сделали. Ни кировская администрация, ни городская администрация. Это так красиво, хорошо, приятно. Все остановочные комплексы будут построены по одному проекту. В павильонах, где не будет видно транспорта, установят мониторы для отслеживания автобусов и маршруток. До конца года на улицах появится 25 теплых остановочных комплексов. Ирина Сорокина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.